Это пастила. А это из чего пастила? Из яблок? Из яблок. Башкиры, казаки, татары, украинцы здесь, в Красногвардейском районе, как и во всем Оренбурге, проживает несколько десятков национальностей. И в общем у них стал не только дом, но и традиции. Мы дружно живем. У нас мы не разбираем. Например, я башкирка, я не разбираю рядом татарка. Я думаю, что она точно такая же башкирка, как я. Район многонациональный. А это вот как раз общение между народами. Плюс еще не забыть свою культуру, в которой мы жили, свой язык родной. Фестиваль дружбы народов в Красногвардейском районе – это не только традиция проживающих здесь национальностей, но и чествование тех, кто ежедневным своим трудом несет культуру в массы. По словам библиотекаря, сейчас классика мировой литературы не пользуется спросом. Все больше выбор читателей падает на детективы или бульварные романы. Молодое поколение сейчас очень сложно воспитать, а библиотекаря – это мы теперь уже как воспитатели, их душ, мы их книгами воспитываем. Как правильно жить, как правильно думать, как правильно поступать и мыслить. Подобный фестиваль в Пешаново проводится во второй раз. На следующий год есть предложение сделать его областным. Но даже сегодня в районном масштабе, по мнению его участников, он несет большую миссию. Я считаю, что этот праздник очень важен, потому что на территории Оренбургской области проживает больше 100 национальностей. Это очень важно, чтобы все люди жили дружно, мирно и никогда не было войны. Елена Файман, Виктор Яковлев. Новости дня.